В соревнованиях приняли участие как профессионалы, так и новички-участники покорили сердца зрителей и жюри красивыми танцами и яркими костюмами. В состав жюри вошли около 30 известных танцоров из разных регионов Казахстана. Это очередные традиционные соревнования. В Акмолинской области большой рост танцевального спорта, популяризация. Мы любим обмениваться опытом, поэтому в нашем городе мы собираем такое большое количество участников. Все регионы Казахстана собрались в нашем городе. Мы, как организаторы, стараемся сделать из себя все возможное. Мы идем в рост, хотим развиваться, и у нас очень большие цели. Мадияр Исмаил и Жанна Умарадил – одни из тех, кто исполнил грациозный и красивый вальс. И мы первый раз в этом городе Кокшетау и участвуем в этом турнире. Нам пока все очень нравится, паркет очень легкий, веселый. Мы занимаемся каждый день, держим себя в форме, готовимся к каждому турниру. Мы тренируем как латиноамериканскую программу, так и европейскую, и эти две программы нам очень нравятся. По итогам чемпионата первое место завоевала команда из Алматы, второе – кокшетауские спортсмены, третье – место Костанай. Зарина Жунисбекова, Салтанат Бейсенова, Дархан Мужибаев, Берик Манап, Кокше Акпарат.